Здравствуйте! В эфире телеканала «Абакан-24» прогноз погоды на среду, 19 января. Календарным датам сегодня православную церковь отмечается крещение Господне. В память того, что Спаситель своим крещением осветил воду, накануне праздника в храмах освящается вода. Крещение было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека будет очищена от всех грехов. Среда, 19 января, в Черногорске облачно и снежно. Днем минус 4, к вечеру температура опустится до 15 градусов мороза. В Саяногорске ожидается сильный снегопад. Температура днем минус 3, ночью до минус 7 градусов. В Сорске подобная метеокартина. Днем 7 градусов ниже нуля, вечернее до минус 15. В Абазе также ожидается снег. Минус 3 градуса днем, ночью минус 9. В Абакане переменная облачность со снегом. Днем до 5 градусов ниже нуля, ночью минус 11. Ветер северный, атмосферное давление повышенное и составит 747 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам самого доброго!